Раз, два, три. Поступают участники постепенно, по одному, по два человека, но приходится их в ручном режиме запускать. Ну, в общем, всякое бывает. Добрый вечер, те, кто только зашли в комнату. Вы успели на Wall Street Online. До этого был открытый вебинар по дисбалансу. Я так понимаю, у многих остались вопросы. Есть почтовый ящик отдела обучения. Пишите туда вопросы. В теме письма указывайте мое имя, чтобы его перенаправляли. Постараюсь ответить, если будут, но не сразу, то есть не мгновенно. Вот. Так, ну, Wall Street Online начат. И по традиции у нас ожидаемое событие на следующей неделе. Значит, важные моменты. Это день благодарения, который начинается с четверга, пятница. Ранее закрытие пятницу в 13:30. И, ну, в принципе, раз праздник там, Уолл-стрит будет практически без активности. И многие рынки, в том числе Европа и Китай, будут менее активны, либо будут, ну, неуверенно себя вести. Обычно наблюдается как раз такая тенденция. То есть без каких-то кардинальных расширений коридоров, в аккуратненько в диапазоне допустимого торгуются большинство рынков. Но наш маркет российский более открыто себя ведет, могут расширить хорошенько цену. Поэтому пока нет давления, да, то есть со стороны котировки нефти и индексов зарубежных, могут хорошенько создать, возможно, даже покупку. Поэтому будьте осторожны, там в конце недели, вот четверг-пятницу, может даже в среду начнется, я думаю, какой-то позитивчик, пока американцы будут отмечать и кушать индейки. ВВП квартальной Германии во вторник в 10:00. У них прошлый показатель 0,3. Ждут такого же самого, без изменений. Индекс делового климата тоже без изменений. 108,2 прошлый отчет, и аналитики прогнозируют, что будет без изменений. Ну, это не столь важно. Еще в понедельник отчитается Штаты по продаже на вторичном рынке жилья за октябрь. Снижение продаж зимой, в принципе, уже поздней осенью. Это сезонное. Поэтому, если будет немного меньше, чем ожидали, либо меньше предыдущего показателя, учитывайте этот фактор, сезонность. В среду они еще считаются по продаже нового жилья. Они считают, что на 32 тысячи будет больше сделок. И Британия, квартальный ВВП, третий квартал, в пятницу в 12:30. Англичане отчитаются по своим действием. И, в общем, 0,5 был прошлый показатель, и на том же уровне аналитики ждут. Я думаю, что, судя по экономическому календарю, менеджерам, которые размещали данные, было сложно, потому что здесь практически все прогнозы очень похожи. Предыдущий точно такой же и прогноз. Ну ладно, все равно я им не сильно этим отчетам доверяю. Ну, в плане, да, забыл сказать, третий квартал отчет по ВВП в Штаты во вторник, в 16:30.
Совсем забыл. Так, ну, в общем, такие новости. Отчеты. Следующее у нас пару моментов из сделок участников за неделю. Посмотрим основные рынки. Импонирует, что ну, у трейдеров все качественные и лучшие сделки. Более осмысленные, более аккуратные, техничные. Тема Skydiver недавно появился. В принципе, вот такое вытворяет на S&P. Неплохо. Но это одна сделка. Если будет и следующий контракт, и этот в таком же техничном режиме, то можно вполне спокойно подписываться на этого трейдера через AutoFlowDesk. Вы можете коннектиться к сделкам любого участника, который вам понравился в рейтинге. Для этого, в принципе, он и создавался. Так, SkyOne это наши. Max тоже неплохо. В принципе, аккуратненько, технично фиксирует интрадей и даже на следующий день оставил. Не рискует, причем зря. Не пошла динамика, сразу зафиксировал. Какая-то знакомая техника. Макс. Что-то так. Плутократ тоже вот 18-го затарялся на покупку. Стоит ограничитель выше открытия. То есть бампер. Отлично. Начали ставить стоп-лоссики, и это радует. Макао вот так вот. Забыл снять стоп-лосс. Видите, вот такие вот недочеты, и потом в терминале оказывается какая-то лишняя сделка убыточная. А там забыли снять отложенный ордер. 7 неплохо. Так, давайте евро посмотрим за неделю. Рейтинг. Демочка. Ну, есть, да, здесь демо виртуальные счета, но по технике есть невероятные ребята, которые талантливо открывают позиции, очень круто. То есть точки открытия иногда даже удивляют, почему там была открыта позиция. Но не это важно. Важна серийность сделок. Если на демо-счете, да, трейдер будет показывать, трейдерс-рейтинг, статистику 8 из 10 по серийности, то подписаться на него, на его сделки вполне надежно. То есть из 10 сделок в среднем открывается 8 положительные, то есть с результатом. Ну и нужно еще подбирать по рискам трейдеров. Так, евро подгрузился график. Напоминаю, трейдеров без имени, никнейма не рассматриваем. Так, BNW063. Вот, пореже стал открывать позиции, но уже по делу, скажем так. Причем зря уже не открывает, я смотрю, молодец, аккуратненько, потихонечку. Новый трейдер, Филус, не знаю даже, что это такое, но рановато закрыл, и причем была возможность оставить, но поспешил. Причем видно, частенько очень рано закрывается сделка. Видно, здесь есть маленькие недоработки. Либо по стратегии, либо по анализу. Значит, тема F74. Понятно. Аккуратненько. И очень рано фиксируем. Очень рано. Это либо поздно, либо рано. Это вечная беда у трейдеров. Сопровождение сделки. Значит, paper trade. Вот. Смотрите, как хорошо на неделю поработал. Знаем. Супер. Есть маленькие недочетики, а так более-менее неплохо. Так, новый трейдер M6. RTS давайте быстренько и начнем. Так, RTS. Демка выдается на 7 дней.
И ну, в случае повторного обращения еще на 7 дней могут продлить ваш аккаунт. Так, ник Ghost82 в последнее время неплохо показывал результаты. Сима. Это первый раз он в рейтинге попадает в плюсовую зону. Но новенький видно. Денчик. Денчик, денчик, денчик. Убыточные позиции есть. И увеличение ликвидности. Сон 2 сражаются с РТСом. Ежедневно. Не давая передохнуть самому индексу. Крутые сделки есть. И есть немножко рисковые. Вот если бы рисковые немножко по критерию жестче поставить, их бы не было. Вот сейчас можно уже без убыток перевести, тем более пятница, 20 часов. Так, остальные и рубль еще, и все. Напоминаю, те, кто недавно на Wall Street Online, либо впервые, вы также можете принимать участие в рейтинге. Открывайте позиции в окне ордеров в платформе Wolfix, выбирайте тестовый счет с маркером Pub, то есть публичный, и ваши сделки будут отображаться. Кто-то тренируется, кто-то после профкурса практикуется на вход, на выход, на сопровождение. Здесь студенты есть, причем постоянно вот фигурируют в рейтинге. Прошлый рейтинг достаточно плотно заняли все первую двадцатку. Спекуль, что он там? Ого, что-то спекуль расслабился. Так, сейчас еврики все и наступаем на S&P. А, еврик мы смотрели. Все. На сегодня по рейтингу завершили. Так, S&P, Cluster Profile за текущий контракт. Мы на фоне, на срезе контракта выделим основные массивы приоритетные. И, значит, массивность 20-30, 20-17 берем как поддержка, тем более его уже проверили. Загрузка в 3,5 сессии была в конце октября. Так, пошли гости. Уже 27 прошло испытание, но им понадобилось чуть больше времени. И вот защита. На гистограмме сразу этот уровень выделился повышенной ликвидностью. Те, кто были с 19.00 на открытом вебинаре, помните, было снижение на S&P и до 3 восьмерок, снижение, падение было. И вот также все падение на повышение ликвидности отобразилось. Это инертность, это уже следующий. Так. И обратите внимание, на S&P на данный момент ликвидность начинает падать. То есть вот этот рост со среды уже, можно сказать, идет без топлива. Объем — это топливо рынка. Если объем падает, значит заканчивается топливо. Значит, дальше финансовая машина ехать не может. Если мало топлива, либо его нет, остановка и обратная динамика. Но здесь нужно учитывать тот факт, что праздники на носу и День Благодарения в Штатах буквально вот на следующей неделе. Уже, наверное, с сегодняшнего вечера все, что можно найти в голове у американца, это где купить подарок и как можно проще. То есть там сейчас начнутся шопинги и, в общем, не до финансового рынка будет американской стране. В общем, поэтому 20.17, 20.30 как проверочный уровень. Пока S&P еще в этом контракте болтается выше этой котировочки, есть момент не шортить пока. Если зашортили в районе там 20.80, 20.95, 20.96, там 20.40,
100 еще терпимо, потому что после дня благодарения посмотрим, как будет себя вести маркет. Ну, в принципе, они стараются перед этим праздником сильно не расстраивать американцев и не бросать фондовый на шорт жестко. Они делают это после. Поэтому сезонность здесь закономерна, и можете посмотреть на истории уже сколько лет это повторяется и повторяется. Ну, такие вот шаровые плюшки перед Днем Благодарения. Так, поэтому снижение ликвидности констатировать как отсутствие заинтересованности в этой тенденции последний рост 3 сессии в полной мере нельзя, так как просто участников становится меньше из-за новогодних праздников. Эта сезонность и снижение ликвидности перед Новым годом вполне нормально для всех бирж. Когда ралли будет? И честно, ну я же не знаю даты. Есть определенные новости, отчеты, события, которые могут к этому привести. Но вы же знаете Федеральную резервную систему и, в принципе, правительство Америки. Они это делают искусно, красиво, так что потом отходит вся планета несколько лет. Поэтому, когда они бабахнут это ралли, ну, в любом случае, перед тем, как Обама покинет престол, аппарат будет вынимать кэш из фондового на всякий случай, и все крупные компании на всякий случай выведут кэш из акций, и после выборов уже, смотря кого выберут, адекватного либо неадекватного, будут принимать решение о дальнейшем размещении своих активов в фондовый штатов. Поэтому ралли вполне может начаться чуть раньше, чем выборы президента Америки, либо сразу после, в зависимости, кого выберут. Следующий уровень у нас на макушке 20-100 по 20-85, вот эти 15 баксов берем в качестве уровня, будем мониторить на предмет сопротивления. Могут протестировать и максимум, но в идеале, если у байеров проблема с наличием ликвидности и активность селлеров будет защищать этот диапазон, вполне неплохая локация, чтобы прокатиться на снижение после новогодних праздников. Так, это на ядро. Вот контракта перенесли уже, сместился ликвид на 20.56 по 20.85. То есть это массив, где последнее время, начиная с конца октября, была основная крупная активность. И еще могут корректироваться, то есть пока они в этом диапазоне, еще есть шансы на продолжение тенденции. Но пробитие 20-100 понадобится рост ликвидности, поэтому обязательно обращайте внимание на наличие ликвидности при пробитии 21-20. На следующей неделе, в принципе, торговать будет неуместно на индексе S&P 500. Там может быть понедельник, вторник еще. Ближе к четвергу, а в четверг, пятницу, тем более, лучше возьмите выходной. Значит, это вот основные ближние уровни, которые нужно мониторить на S&P на следующей неделе. По дельте у нас ситуация выглядит таким образом. Сейчас я настрою. Дональд, так, Фомка весна. Я думаю, что они вообще не повысят процентные ставки. Зачем их повышать, если они все равно печатают эти деньги? Даже уже печатать не надо. У всех кредитные карточки, у всех Visa, Master. Даже нет никакого расхода на напечатывание купюр.
Так, активность по дельте на неделе выглядит вот так. Весь рост как раз размещали вот в районе 20.42-20.50. Два интересных таких уровня. На следующий день по той же цене прошлись ликвидненько. И мы этот диапазончик выделим на всякий случай, вдруг резко рухнут. Так, здесь еще поддержали покупки 20.79. Ну, если понедельник 20.79 пробьет, это в принципе предсказуемо. Тем более, видите, сколько тут вот, скорее всего, фиксации было вот этого роста, который перед праздничный. Перед выходными, возможно, зафиксировали, но если уйдут ниже 20.76, ну тут удивляться нечему. Но опять же, постараются все-таки сильно не валить маркет, поэтому коррекция еще ожидаема, но прям такое жуткое падение возможно, но после праздников. Так, вот такая ситуация. Еще вот 18-го 29 тонн бросили, дальше на повторный рывок и все. 19-го уже фиксили, и 20-го странно нулевая дельта, здесь вполне могут даже чуть-чуть покупать. Значит, еще поступают участники. Дальше у нас по барому графику мы смотрим открытый интерес. Так, у нас тут получается начали открывать позиции, ну, относительно открытого интереса на неделе. Сейчас у нас 2700. Топовый был 2900. Вот. Ну, не сильно зафиксились, но активность потихонечку вот последние два дня во флете на максимуме контракта после такого роста, это к продолжению тенденции. Поэтому поглядывайте, если сильно ниже 20.75 не будут уходить понедельник, вторник, могут все-таки плюшки дальше раздавать перед днем благодарения. В общем, коридорчик этих сессий 20.95-20.75. Так, и кластер профайл. Это S&P. По поводу того, как размещаются крупные где. Обратите внимание, насколько хорошо видно активность массивная по объему. Видите, здесь график, давайте так немножко масштабирую. Даже вот так сделаем. Пускай немножко сожмем ценовую шкалу. Допустим, понедельник, 16 числа, очень объемненько прошлись на максимуме дня. Тут крупному игроку очень удобно размещать покупки, так как там толпа начнет шортить, либо фиксировать покупки, которые были с утра. Потом на следующий день этот уровень очень хорошо поддержали во вторник, что, собственно, ну и вынесли стопори, без этого никак. Азия и Европа тоже в среду сильно не старались идти ниже. Объем, который разместили во вторник на самом максимуме недели, снова на максимуме недели, тут подгружают уже в среду. Два массива, естественно, это создает дисбаланс на покупку, и крупный объем проходит в четверг, опять же, на максимуме недели, и потом, ой, не в четверг, а в среду. В четверг, там страшный был боковик и ужасные торги. На этом же уровне. И снова пятница стоит на максимуме недели, абсолютно никуда не падает, просто стоит в коридоре, вроде ни в чем и не бывало. Манипулятивно, но
В этом есть закономерности, это можно использовать. Значит, возьмем сразу такой коридор, как 2063, 2053, 54. Это вторник плюс среда, набросали объемчика, и вторник плюс среда, даже можно захватить 2047. Широкий, но справедливый. И массивность, которая вот подозрительная очень, 2076 по 2083. Второй уровень поддержки очень сильным триггером будет на продолжение роста, если не дадут котировочки даже думать про пробитие 2076. И пробитие 2076, в принципе, нормальное явление после такого стремительного роста. Каждая сессия практически, ну, кроме вот этой и пятницы, три сессии было на динамике. И поддержка этой локации тоже приемлема, как защита со стороны байеров. Естественно, это все нужно промониторить. Но если уйдут ниже 2047-2063, ну, тогда уже лучше повременить с покупками, а лучше подождать, когда пройдут праздники. Так, теперь у нас быстренько FSX и DAX, европейские индексы, посмотрим. То же самое, боковик на FSX на макушке, стоят на макушке, позитив, фондовый рынок ликует, все хорошо. Так, но ликвидности, как видите, сильно не подбрасывают на максимуме. Такое ощущение, что они еще не собираются пока пробивать его на покупки. Может, там Драго с Меркель подарят европейцам плюшки и толкнут на 35. Посмотрим. Но ядро как раз вот в районе 34. 14 по 3450 сконцентрирован сейчас объемчик по FSX, по DAX. Так, по S&P вот сейчас кто не выбрал в вопросе ответ, как раз мы S&P прошли, можете теперь поставить свое решение, мнение. В Adobe сделали возможность потом эти все результаты в виде графика отобразить, и будет интересно на следующий Wall Street Online посмотреть, как считали, какое будет движение участники Wall Street Online сообщества и как на самом деле все прошло. Результаты уже сейчас видны, те, кто проголосовал, как-то мало, поэтому вот давайте каждый по варианту. Если не знаете, ставите «не знаю», да и все. Рынок ходит против вас. Ну, вряд ли, нас же не так много, как на ресурсе, тем более у нас анализ объемный, дельты открытого интереса, корреляторов фондового рынка, дисбалансов, поток ордеров, то, что фундаментально и не синтетическое. Поэтому в голосовании на самом деле мы как-то проводили, просто не было возможности это отобразить все в виде инфографики, как бы. Ну вот такой был результат голосования, да, и не было времени это делать. А так автоматически Adobe это все сделает, и мы откроем эту страницу с результатами, и все будет интересно понаблюдать динамику, насколько четко анализируют, либо же наоборот. Так, идем по DAX. Здесь
ушли за 110-13, даже выше, уже на 4 единицы 9,5. Две сессии стоит маркет. Ну вот можете себе представить, на максимуме контракта стоит 2 дня просто. То есть с учетом агрессоров, да, вот то, что мы на дисбалансе сегодня прошли, тут байеров столько же, сколько селлеров. 2 дня причем. А объем все падает. Потихонечку, потихонечку участников все меньше и меньше. Поэтому уход с уровня 110-60 и возврат в ядро контракта — это достаточно предсказуемо. Но раз висят на максимуме, значит там байеры есть. Поэтому могут еще до Дня Благодарения толкать котировочку искусственно. Либо... ну, может откорректироваться там до 10 950 10 880. Теперь индекс RTS. Ага, все так, скрыть. И теперь у нас по RTS то же самое. В сторону подвинем, сильно мешало. Так, 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 декабрьский контракт и уровни с прошлого Sit Online. Ядро уже тоже на 88 стоит. Раз, два, три, четыре, пять массивов, пять локаций на защиту трех восьмерок. И стоим на, как говорится, на пороге события важного. Обратите внимание на нижнюю гистограмму по ликвидности за торговую сессию по индексу РТС последние 5 сессий. Подсветка оранжевым цветом — это фильтрация свыше указанного параметра. То есть там объем был выше. Необходимого, то есть повышенная активность. И чтобы здесь на 87 3 восьмерок расширить дальше котировочку, это вполне правильно. То есть, ну, повышенная ликвидность на максимуме контракта при пробитии максимума. Я думаю, что как раз потихонечку, пока американцы празднуют, вполне могут забыть о контроле стоимости барреля нефти, и рынки потихонечку будут вести себя так, как они должны вести. Вот, поэтому если на следующей неделе нефтянка будет аккуратненько ползти наверх, то я думаю, три восьмерочки мы лихо пройдем даже без сопротивления. Ликвидность вся, начиная с 16 числа, в качестве поддержки. Давайте посмотрим. Значит, давайте уровень вот этот захватим, чтобы у вас он был. 85 500 86. Не забудьте тоже, тут сессия была, ядро сессии взяли за диапазон, поэтому там как вариант. Значит, еще поступают люди. Так, 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 так. Да, сейчас я уберу вопрос. Видите, с ростом начали фиксировать сделки те, кто шортили с максимума. Вот, ребяточки, вот на этом массиве. И начали выходить. Либо перед праздниками зафиксировали. Но вчера и сегодня как раз немножко был приток активности, и он находится, две сессии находятся прямо вот на максимуме. Остается дельту проверить, и там, в принципе, картина будет ясна.
что пригодилась информация по вебинару. Михаил, приходите, да, Новосвет онлайн на следующий. Тоже в 19.00 будет открытый вебинар перед Wall Street. Так, сейчас по вот этой гистограмме мы снимем лимиты, чтобы было в чистом отображении. Итак, вчера был минус 7 и сегодня плюс 19 на байере. Байеры заходили уже 16 и 17 и чуть меньше 18. Ну, эту активность зафиксируем. И вот, собственно, по лимитам 6000, правда, проскейл 100, не забывайте. Вот очень хорошим триггером, что идут атаковать 3 восьмерочки, будет хорошая поддержка на этом уровне. То есть, вот 88, можно взять 88 по 3 восьмерки. Этот коридор будет крайне важно тактически удержать и не пустить цену ниже 88. Ну и это будет подтверждением, что вполне очень много шансов. Естественно, если нефтянка еще даст. Ну, возможно, что-то знают, Олег. Может, кто-то знает что-то. Мы же не в курсе, какие там информационные потоки у крупных участников. У нас есть данные с биржи, то есть это уже совершенные сделки, либо отложенные ордера мы видим, но вполне может знать, что отпустят котировку нефти до Дня Благодарения. Ну, конечно, знают. Ну, дельту вы увидели. Практически вся неделя на покупках. Открытый интерес смотрели. Ну, 15-минутный интервал для торгующих индекс РТС. Так, здесь мы уберем. Это вам не нужно. Ядро недели, опять же, на трех восьмерочках. 87 950, 88 750. Тут и среда, и четверг, и пятница вели себя хорошо, и даже можно захватить поддержку на 87 20. Тут и вторник закрылся, и в среду активно поддерживали, и сегодня не пустили, тоже такой значимый уровень. В общем, коридор наивысшего приоритета на следующие недели — это 87 200 по 88 750. Рост будет иметь, будет в случае, если будут удерживать выше этого коридора. Это как критерий можете себе взять. Ликвидность, как видите, крупненько прошла как раз в этом диапазончике основная. Дополнительный уровень на всякий случай, вдруг нечаянно упустят, либо захотят стопори поснимать и на открытии в понедельник сигануть примерно до 87 86 500. Вот еще один уровень проверки на поддержку. Вторник тут очень старались, и причем старались на максимуме, собрали толпу как положено. Но понедельник — это уже плохо для покупок, и не стоит там особо спешить, особенно если это будет примерно в четверг либо в пятницу. Ну, в общем, будем следить за вот этим коридорчиком. Объемчик на макушке вот этот не забудьте. Здесь крайне быстро набросали очень немало объема. Смотрите, 84 тонны на самой верхушке недели. Опасный, в общем. Поэтому внимательно за коридорчиком по районе 89 700 по 89 900. Так, рубль. Где у меня тут Market Watch? Так, немножко перерывчик на опрос мы сделаем сейчас. А, он открыт. Ай-яй-яй, куда-то пропал. Давайте, после выставления уровня, я думаю, что кто не поставил еще свой вариант, думаю, уже сможет
сделать выбор. Так, обновление в программе на этой неделе. Значит, в Classic Profile, это Market Profile, увеличен доступ периода для таймфрейма day до 1 года. В range, range bar chart, давайте, добавлены гистограммы BDASK, объем дельта и дельта процент. Обратите внимание, что дельта процент добавили и в cluster chart, range bar chart. Список гистограммы вертикальной в total за период, вернее не период, здесь range bar chart, тут бары формируются по другим условиям, не потому что время, не по интервальности. Вот, допустим, в данном режиме бар формируется при условии 500 контрактов, то есть наличие общего объема в баре 500 контрактов. Если уровень достигнут, следующий бар. Ну, в общем, range bar chart есть вебинар, смотрите на YouTube. Так, для тех, кто давно использует Wolfix и, в принципе, прошли профкурс, особенно подчеркиваю, классная вещь по grid добавлена, это time zone. То есть можно выделять на графике чисто дневную сессию, либо американскую, либо европейскую. То есть выставляете первое время, второе, и ставите цвет, который вам необходим на активную сессию, и второй цвет — это неактивная сессия. Очень удобная вещь, особенно, ну, там не только можно сессию выделять, но и определенные важные временные периоды. На S&P, например, либо на евро, либо на евробандах, либо на RTS отдельно. Это очень удобно для сбора данных, очень для сбора статистики и поиску закономерностей. Просто вот облегчает хорошенько процесс. Далее. В бокчарте тоже есть немало обновлений. Где этот бокчарт? Добавлен, увеличен доступный период до месяца. Это не пользование, а как раз подгрузка данных. Поэтому, если вдруг не так поняли, это не потому, что им месяц можно пользоваться, а подгрузка данных, период. Также добавлены гистограммы BDASK, объем дельта, дельта процент и дельта трейдс. Здесь гистограмма нижняя, очень широкий спектр, постепенно пополняется. Хочу подчеркнуть, что некоторые просьбы участников, вернее, как бы пользователей платформы рассматриваются и выполняются. Если трейдерам нужна та или иная функция, она добавляется постепенно со временем по мере поступления. Также в Cluster Chart добавили фильтр и алерт на гистограмму. То есть нижняя гистограмма тоже имеет важное значение, то есть общий объем либо общая дельта за период. Можно выставить алерт, и это давно не хватало. Поэтому да, еще, кстати, забыл хорошую новость сказать. Если не заметили либо не пропустили, арбитражный сервис входит в базовый пакет. Теперь в базовом пакете тоже есть арбитражный сервис. С 8 числа это обновление было, поэтому пользуйтесь, изучайте, тестируйте. Продолжаем дальше. Так, опрос по РТС собрали, и рубль. Сейчас мы бокс уберем. Итак, рубль. Обратите внимание, здесь также была активность по объему свыше 5 миллионов. Идет подсветка.
12 числа. И на этой неделе 16, 17 их мы берем как приоритетная. Их активность на данный момент уже мы видим по факту создала давление на снижение котировки доллар-рубль. Значит, в первую очередь мы сейчас зафиксируем вот эти два ядра как уровень контрольный и вот этот массив 3, или не 3 шестерки, а 2 шестерки. Тоже в качестве контрольного уровня. Три сессии в боковик, причем тут уже были, и здесь был уровень поддержки. Мы отмечали это на прошлом собрании по Wall Street. Здесь диапазон достаточно важный. То есть остановка перед пробитием, скорее всего, и набрались немножко сил. Правда, ликвидность начинает потихонечку падать. Посмотрим, возможно, опять же, под праздники День Благодарения потихонечку сдвинут с места доллар-рубль, и дальше уже вот этот прям плита целая по гистограмме 63-200 по 64 в качестве поддержки. Тут может быть повышенная активность, внимательнее. Вот этот уровень мы сейчас вот таким оранжевым цветом выделим. Давайте посмотрим по кластер чарт. Спот сейчас включим. Так, я понял, вам опрос не понравился. Ну, значит, не будем его больше включать. Так, сейчас выберу линию. И это спот. Идентичная активность по ликвидности была в те же практически сессии. И выделим 66-66-9. И вот эту сессию, которая была на 65,5. 64,8 подгрузили. Тут точно такая же ситуация. Надо пробить этот диапазон. Пока уперлись в 64 плюс-минус. В общем, хороший триггер будет, если начнут атаковать этот коридор. Сразу видно, не получилось. Тут две сессии прям так и остановились на 64,6. И здесь, правда, ликвидность немножко упала. Рост ликвидности в понедельник, вторник и попытки расширить ниже, это будет, в принципе, нормальным явлением. Так что мониторьте. И вот следующий блокпост 62,8-62. Тут как бы достаточно долго был маркет. Так. Дальше. Дельта нам. Упала дельта ближе к концу недели. Тут как бы ровно идет 270-280. Пик был вот 900 тонн как раз у 12 числа. Потом на спад ушли. Поэтому тут есть шансы, есть наметки, что все-таки пойдут пробовать расширять ниже. Где там фьючерс? Вот. На фьюче дельта. Стоп. Кластер чарт. Сейчас подгрузится кластер чарт.
На фьючерсе дельта 87 тонн была 16 числа. Сейчас мы посмотрим фильтры. Ликвидность сейчас немножко поменьше, поставим 15 и значит 30 здесь, и сейчас где они тут, да, больше 15 нет. Так, из-за этого масштабирования иногда не отображаются уровни. Ну, в любом случае, тотал 16 числа 87, 17 75 и 18 49. Более-менее нормально насчет 19, но вот 35 тонн в пятницу уже набрали как-то подозрительно. То есть, ну, в четверг сбросили продажи, оно и само понятно, что там дельта будет фигурировать немножко за байерами, ну вот пока пятница вот так отобразилась, поэтому внимательнее. Дадут атаку на тот диапазон, это хорошо, нет, так тому так и быть. Так, давайте посмотрим открытый интерес, что там по позициям. Да, открывают, видите, вот дельта 35, и вот сейчас открывают позиции, причем практически топовая за неделю. В течение недели была фиксация в основном, и вот уровни пятницы обязательно выделить. Давайте мы их сейчас и выделим. Ядро недели 65440, 65215. Также массив отработали. Так, давайте проскел увеличу. В общем, на минимуме сейчас фьючерс, и второй массив это район 17 числа тоже. Возьмем в качестве контрольного, тут защитили, и коридор был достаточно неплохо проторгован, 66, ну, понедельник уже само собой, тут ушли хорошенько. Объемы выделили, в общем, если не пустят выше ядра недели, выше котировочку, это хороший знак, что будут все-таки атаковать на 64-ю. Евро. Ровная ликвидность в рамках приличия, без аномальных отклонений, и вот массивность на самом минимуме даже как-то не дернулась на рост, просто вот в рабочем режиме проторговали минимум за этот период, и ядро до 0,765 выделяем, ну и по 0,707 пускай будет, это вот ядро фактически за полторы недели, так как динамика в этом контракте просто волшебная по еврику. Кто сопровождает продажу с 1.14 и не закрыл ее еще, это реально респект. Железные нервы и самообладание. Даже 1.13 возьмем так. Здесь вот достаточно неплохо бросили объемы на макушке, и по 2-3 сессии на, с перебежками они так весь контракт проторговались. Значит, ближайший уровень это 1.0861, вот по 0.896 очень агрессивно набросали на минимуме дня там. Ну и следующий блокпост уже на 1
10-15 сопротивления. Ну, как видите, пятница пробовала идти на минимум недели, на минимум контракта, и как-то безразлично она себя ведет, поэтому ликвидности на разворот, то есть реверсивность, разворот рынка на бай, ну, должна появиться активность по объему хотя бы. Ее нет, поэтому вполне может быть, что сиганут еще ниже и развал Евросоюза тогда не за горами. Шучу, конечно. Так, где этот? Вот кластер чарт. Ну, мы его не смотрим. Давайте баровый взглянем. Кто смотрел Повелитель Вселенной, тут видеофильм про банкира немецкого, который мы сбрасывали на YouTube. Он там еще есть, можете посмотреть, кто не видел. Так он рассказал, как могут финансовые гиганты целыми странами эксперименты проводить, там облигации, еще что-нибудь, просто кредитов надавать, посмотреть, что будет. И он упоминал, ну и вот там вопрос журналист задал по поводу цепочки дефолтов, там Греция, Португалия, и там была такая фраза, он сказал, что когда дойдут до Франции, тогда все, это уже не спасти еврозону. И на днях вот эти проблемы, вот этот во Франции жуткие события, я сразу почему-то вспомнил этот фильм и слова этого банкира. Так, открытый интерес без остановки набирает обороты, но вот на минимум немножко приостановился и задумался, скорее всего. Тут, я думаю, из образников ждут либо какой-то отчетности. Вполне может быть, активность снизилась из-за праздничного периода, поэтому учитывайте это в своих анализах и решениях. Так, еврик на неделю, скачок гиперликвидности. Стоп. Да, 30 тонн, я не ошибся. Странно, я не заметил этого события. 18 числа в 13.00 все-таки прошел объемчик. И мы сейчас даже посмотрим дельту этого объема. Так, на всякий случай, как возможная поддержка, плотное ядро 0.663-0.678 недели, более расширенное это 0.648. В принципе, неделя закрывается, можно так сказать, ниже ядра, это не к покупкам пока, да и объема нет. И вот на сопротивление неплохо, они четверг забросали макушку недели, в принципе, возьмите на вооружение. Пятница и ее активность 0.688, вот массивчик возьмите проверочный. Ну, в принципе, могут с каждым из этих массивов зацепиться на продажу, но я думаю, будут стараться выше пятницы не пускать, если будут пробивать 0.629, 0.638. Так, 18 число, еврик, аномальный объем, прям такая вспышка по скорости. Пишу текстом, не реагирует на записать. Где там 18 число? Стоп. Вот он у нас.
где этот кластер делался? А, вот он. Так, по времени я правильно взял, да? Там. Где 15-минутный кластер профайл? Да. 13.00 начался этот активный период. Мы возьмем тогда чуть раньше за 15 минут. Там у нас объем, а вот дельта. Сейчас посмотрим. Нету фильтров, не ставил. И активно именно дельта. Мы сейчас убираем все лишнее. Так, покупки, потом это все дело удерживают и срыв стопов, и дальше до покупки. Так. А ликвидность пришлась как раз в эти 16 тысяч контрактов на первый час, потом 5,8. Причем, видите, из 16 тысяч контрактов в процентном соотношении дельта на продажу была 3%. Это говорит о том, что это не сильный перевес. То, что на имбаланс вебинаре мы обсуждали, важен перевес. А если из общей массы это всего лишь 2% или 3%, то манипуляция в чистом виде. Так, возвращаем кластер-чарт. Нам он нужен еще на... Так, 00 2359. Так, Trual Day. Кластер профайл фунт. Давайте сейчас захватим. Еще Сергей опаздывает. Ай-яй-яй. Итого 23 победителя. Линию мы сейчас выберем по фунту. Так, стоп. Это дельта процента. Я думаю, что там с дельта и фильтр сейчас уберем. Так, ну вот, в общем-то, 19 числа вот такая вот бяка минус 7, и вот это снижение, как видите, на покупках было по фунту. Поэтому внимательнее на коридорчик 51.40, 50.55. Такие моменты бывают, когда рынок идет на снижение, а дельта идет как раз на покупку. Скупают рынок, который заполнен ликвидностью на продажу. На спае, когда S&P торгуем, так смотрим, если снижение спа идет на дельте на покупку, это очень хороший знак, что скоро будет обратная динамика. Так, и вот 19 числа что-то они там зашортили. В любом случае, как поддержка 50-55-51-40, на вооружение возьмите. И так и не подгрузился по кластеру профайла сейчас. В общем, вот эта плита 51.80-52.20 как точка опоры. Слишком будут жестко отстаивать коридор, могут все-таки вернуть на
на север тенденцию в случае вот такого безразличного прохода котировки 52-й и спокойной атаки на 51, значит, в сессии, вторая, среда, четверг могут попробовать атаковать 51-ю. Это в районе, да, среды, четверга, может быть, там чуть-чуть во флете могут встать перед праздниками, просто не уйти ниже 1.5 раньше времени. Вот, ну, поддержку выделили, ликвидность топовая была 150 тонн как раз вот тут. По сути, они защищали этот уровень неделю целую и перед шортами сняли стопори по 53.20. Так что, как сценарий, вполне вероятно атака 51.20-50.80 и дальнейшее уничтожение до 1.5. Коварный индекс доллара. Сейчас буквально вскользь пробежимся. Нефть там в чате пишут, что нефть идет. Сейчас посмотрим, выделим. Ну, в общем, у соточки и пятница на дельте на стороне байеров. Ну, вполне предсказуемо. Значит, вот этот коридорчик, как контрольный, 98.3, 99.3, возьмите для мониторинга. Должны не пустить ниже. Уйдут ниже, тогда уже можно посматривать сценарий на продажу. Master Profile. Так, где бренд? Вот. Активность. Давайте с клику включим. Ну, да, активность селлеров была еще на той неделе. Вот прям коридор такой повышенной активности с прошлой недели 44.5-46.5. В принципе, если пройдут этот коридорчик, я думаю, там будет легче. Подключатся уже те, кто не верил. Четверг, среда за байерами, но как бы там не сильно сверхликвидно по сравнению с тем, что было 13-го в пятницу. В общем, 1.5 и 2.8. Это прайскейл сжатый, поэтому тут... нужно смотреть детально уже, самостоятельно посмотрите дельту по бренд для точного выделения уровней. Сейчас подгрузится Light, Sweet Crude Oil. Так, тут экспирация и январьский уже пошел. Кстати, насчет нефти. Кто смотрел фильм «Нефть», если не видели, рекомендую посмотреть, отличный фильм. Так, ликвидность снизилась по сравнению с предыдущим месяцем. И возможно как раз из-за того, что
ну, праздничный период, вполне могли манипуляторы немножко и передохнуть. За счет этого котировочку могут сдвинуть на север, пока отмечают американцы, и тем самым поддержать рост на индекс РТС. В общем, такие вот размышления. Уровень еще один такой коварненький, это 44.5, 43.7. Вот промежуточные загрузки здесь второго уровня, но все равно возьмите на вооружение. Две сессии плотно, вот в таком коридоре 41.5, 41, может 42 даже. В итоге пока расширяются на покупку. Если сохранится динамика на понедельник, вторник, будет отлично. Ну, слабенько. Слабенько за счет ликвидности. Фильм про нефть. Ну, художественный фильм. Так и называется, нефть. Так, такая вот динамика, вот такие вот объемы. Объем как раз вот 16 числа был неплохой, на минимуме здесь. Волатильный и ликвидный день, это неплохо. Поэтому 40, 40 с половиной, 48, как раз вот последний блокпост поддержки на Light. На бренде сейчас посмотрим. Ликвидность идет на снижение. Ну, даже ядро давайте выделим. Тут более плотненько проработали как раз вот 44.5, 44. И в качестве уровня для проверки его и возьмите. Пока вот тяжеловато было пройти 40 и 25, 45,7. Поэтому если это ему удастся, это будет отличный триггер на открытие огромных возможностей для атаки 47,15, 47,65, затем следующий уровень 48,5, 49, и так до 120 долларов за баррель. Ликвидность повышенная была с 12 числа, вот сейчас буквально четверг, пятницу снизилась. Опять же, расчет на сезонность. Золотишко. Стремительное снижение с 11.84 до 10.80. Конечно, крутое пике было. И плотненько сейчас по ликвидности шли на этой неделе. Немного была повышена, совсем чуть-чуть. И 10.81, 10.92. Еще с той недели остался уровень. Пока вот шагнули ниже 10.80, но что-то передумали. Поэтому блок из 2 недель вполне могут площадку сформировать на реверсивность, но нужны вливания. Пока их нет, то есть идет просто ровная активность. В общем, сильных признаков наличия крупного участника пока нет, и это плохо. Ну, в принципе, возможно, приостановились перед дальнейшим снижением, так как праздники все покупают украшения из драгметаллов, в том числе и золота. И решили тут байеров собрать. Вполне может быть, поэтому 10.92, если не пробьют, не пустят выше этого уровня, то это тому объяснение. Давайте кластер чарт посмотрим.
Вы не видели этот фильм? Ну, вы даете. Это очень крутой фильм. Там очень премий много. Снят хорошо. Как раз вот про ту эпоху, когда открывали нефтяные вышки. Отличный фильм. Смотрел уже раз 5, наверное. Так, активность. Ну вот, видите, 18-19 все-таки байеры были. Пятницу чуть скинули. И 15-13 тоже были покупатели. Ну, без аномальных, но есть. То есть пока вот. В общем, на среду, четверг поглядывайте, возможно, уровни будут удерживать. Сейчас мы поставим чуть-чуть прайскейл поменьше. Фильм смотрится на просто одном дыхании. Так, вот алерты этих крупненьких байеров. 15 тонн. А дельта там была 1,8. 700, полторы. Ну, дельта неплохая, в принципе. Вот еще активировались. Ну, в общем, коридор 10.68 по 10.76 активности байеров. Возьмите на всякий случай на проверочку. Может, действительно будут защищаться. На сегодня все. Встретимся в следующую пятницу на Wall Street Online. Запись будет на YouTube, в понедельник профкурс и 2 декабря курс стратегия. Спасибо, что пришли, вам хороших выходных, хороших праздников. Не забывайте, приходите на Wall Street Online. Все, всего хорошего, хорошего вечера, до свидания, пока.